Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Давайте выполним второе задание на странице 20 рабочей тетради по математике для первого класса автора Мару. Нарисую в каждой строке столько фигур, сколько указано цифрой. Итак, у нас 5 кругов. Один круг у нас уже нарисован. Нарисуем следующие круги. 2. 3. 4. 5. Дальше у нас нарисована цифра 4. Ромбики. 4 ромбика рисуем. 1. 2, 3, 4. Дальше цифра 3 и треугольники. 3 треугольника. Один у нас уже есть. 2, 3. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы, то оставляйте свои комментарии под видео.